Приветствую всех подписчиков и гостей игрового канала Good Boy. С вами Слепцов Александр. Сегодня я пройду 102 уровень, как и обещал вчера. Последнее время часто бывает, что вот эта таинственная уточка появляется именно в том уровне, который мы сегодня проходим. И сегодня то же самое. Джекхаммер называется сегодняшняя сборка уровней. Это будет 3 уровня и, возможно, еще таинственная уточка. Громко как-то, да? А то я себя не слышу. Так, тут у нас есть слизь и... Так. Наверное, сначала надо делать так. Ага, угу. А потом молоко. Угу. Пока все несложно. А, я понял. Ну-ка. И ничего не произошло. Да, мы собрали всех уточек. Ну вот, ну и все. Видимо, мой план был несовершенен. Так. Теперь новый план. На этот раз все получилось. Такие вот дела. А сейчас они пытались показать нам рекламу, но у них не получилось, потому что я заблокировал. И вот игрушка вылетела. Ну ничего страшного. Хорошо, хоть прогресс сохранился. Просто меня задолбывает эта видеореклама. Особенно в играх, где я и так покупал уровни. Я тратил деньги на покупку эпизодов. При этом они еще все еще показывают нам видеорекламу. Вот ведь дела. Появился уровень с загадочной уточкой. Да. Ух ты, огромная какая. Ну, теперь все просто. Я думаю, ее будет очень просто взять. Так. Оба. Не, я же говорю, что все будет просто. Первые попытки. Учитесь, сынки. Ну-ка, дальше. Угу.
теперь, наверное, уточек надо будет избегать. Я угадал? Агась. Мы их поубиваем просто. С помощью слизи. Вот такие мы жестокие ребята. Если мы их убьем, мы точно не возьмем их. Так. Ой-ой-ой. Не получилось. Ну ладно. На самом деле у меня не часто получается с первого раза. Так что вот. Приветики, мой, возможно, самый постоянный зритель. Отлично. Что-то я сделал не так. Вот гоблин. Решила, значит, пройти этот уровень. Так. Так. Осторожнее. Я просто хочу убить вторую утку. Ну, теперь у меня все получится. Дело сделано. И последняя серия этих уровней – это мелодия. Будем собирать ноты. По ноткам. Так, сначала красненький. Что ж, это было несложно. Теперь желтый. Тоже трудностей не вызвало. Ай! Не перекармливай. Хорошо. Тут, конечно, надо дозировать аккуратно. Так. Перекормил снова я, да? Если можно так выразиться. Угу. Когда нажимаешь, он сразу две капли выдавливает. В этом проблема. В остальном у нас все хорошо получается.
Скоро разжирнеет. Наверное. А, ты про Крэнки? Ну да, он тут уже столько сожрал. Ай-яй-яй. Ну, я думаю, он... У него как бы бездонное пузо. Он может съесть сколько угодно. Тем более, что он же нарисованный персонаж. К тому же он же кушает не каждый день. Ну, то есть не... Я примерно по одному уровню в день прохожу. Так что не так уж много он и ест. Тык. Гайс. Ну вот. Дело, можно сказать, сделано. Осталось точно выведать, уже ли не влезает Рассельхат, наверное. Мне кажется, он просит. Ну вот. Так я прошел 102 уровень и все его подуровни. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Завтра, давайте, например, в 8 вечера, я пройду следующий, 103 уровень. Если вам интересно, заходите посмотреть. Он будет называться Hot Pockets, что значит горячие карманы. На этом пока все, пока-пока. Думаю, минут через 10, 15, 20 я еще какой-нибудь стрим устрою. Попробую какую-нибудь новую игру из Android Play Market. А пока что перерыв.